чтобы там оказался прикол. Видишь? Чтобы вы понимали, дорогие друзья, я пытаюсь этот трюк сделать на триале. Я не знаю, кто из триалистов этот трюк вообще делает на триале, можно ли вообще его делать. Не видел, кто его кто-то делал, но сегодня я постараюсь его сделать. Или даже его делают, не знаю. Если что, пацаны, напишите. Вот этот человек все комментарии читает. Я русский язык не знаю, конечно. Обманывает он. Не слушайте его. Басни Крылова. Что там? Лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Пацок, у тебя сейчас есть реальный шанс Мексик нарезать отдельно в шорт мои падения. Хохмовые падения, я тебе говорю, так что снимай. Снимай, я говорю сейчас. Ну, пропад я не собираюсь. Пока падать я не собираюсь, пацаны.